вышли из Марины и направляемся сейчас на Шри-Ланку. Поэтому немножко расскажу о маршруте, о том, как мы идем. Вот у нас навигация. Вот у нас идет вот это Пхукет. Вот мы его сейчас обходим. Вот наш рыженький маршрут. Вдоль 8-й параллели проходим до Андаманских островов, проходим мимо островов, а дальше прямым курсом на Шри-Ланку. Вот это то, собственно, куда мы направляемся. Это Гале. Вот сюда мы идем. Пока оставляем на приборке Пхукет. Нам еще где-то так миль 20, и мы выходим из Пхукета. А теперь вот то, что мы уже сделали. Мы уже поставили парус. Я потом покажу, как мы это делаем. Еще время будет. Это первый день. Немножечко технических особенностей, которые есть у меня на лодке. То, как я делаю после того, как у меня шкот намотан на кабыстан. У меня есть две петли. Первая для смотки бухты. Вторая — это бухта смотки стакселя. Вот она идет вниз, дальше, 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 проходит прямо на парус. Вот, то есть мы уже вышли, как я уже сказал. Вот мы еще видим Пхукет. То есть мы еще идем вдоль. Но через там 3-4 часа этого уже видно не будет. То есть вот мы отмерили наш трип. Вот 14 миль мы уже прошли с момента выхода. Боковое течение составляет 1,7 мили. Дистанция до финальной точки 1104 морских мили. Ветер дует 45 градусов. Мы идем наполовину под мотором, наполовину под парусами. Называется моторсейлинг. Я держу 1400 оборотов. В этом режиме мы можем идти, наверное, вечно. Так, что у нас здесь? Здесь у нас Диана. Ну, в общем, вот так. Дальше еще буду снимать. Мы сегодня прошли уже 85, что такое, миль. Если учесть, что вчера мы стартанули где-то часов в 12, то я думаю, что около соточки за сегодня мы пройдем. Сейчас совершенно нету ветра, но я знал, что так будет, поэтому мы идем под мотором. 1300 оборотов в очень экономичном режиме, потому что если ветра не будет и дальше, то надо будет очень экономить дизель. А 1100 миль пройти под мотором — это такая задача достаточно непростая. Ну, в общем, так, уже настало утро следующего дня, поэтому мы сейчас готовим кофе. И вот это то, что я все рассказываю, это как раз вот в процессе приготовления. Вот. Не знаю, так нормально. Можно кнопочкой, можно так делать. Короче, кофе готовится. Скоро будет. Традиционно для этого времени суток. А сейчас я возьму палку и пройдусь. Покажу, что у нас вокруг происходит. Происходит у нас вот такое море. Думаю, что море особенно показывать смысла нет. Доброе утро. Море показывать смысла нет, оно теперь везде одинаковое и все время одинаковое. Единственное, что можно показывать на условия. Так, теперь, что у нас здесь? Вот, мы прошли 84 мили, скорость 4,7. Это связано с тем, что нас подгоняет попутное течение. Но я начал отметку там плюс, наверное, где-то десяточка, может пятерочка, поэтому мы даже, наверное, больше пройдем, чем сотни. Ну вот где-то так вот. Осталось 1053 до точки. Почему я накрываю? Потому что сейчас солнце светит нам прямо в спину. Это значит, что прибор может очень сильно перегреться. Ну вот, пока так. Вот наш кофе. Кофе прекрасен. Вид тоже. Утро тоже. Все прекрасно. Все нарядные. Ну что, садимся. И продолжаем чаепитие, кофепитие. Морнинг. Морнинг-питие. Ну что, как тебе первый день? Кофе вкусный. А первый день? Первый день нарядный. Ну, в общем, судя по всему... хорошее. А, ну вот это самое главное. То есть ты еще не поняла, не прониклась. Запасы еще не съедены, не выпиты. Да. Погода шепчет. Да если бы ветер был, было бы хорошо. А так ветра нет. Майми. Сейчас я выпью свой кофеек, а может даже лучше сначала приготовлю себе какой-то завтрак, а потом выпью. Ой, у меня там сзади зеркало было. Сейчас, короче, приготовлю завтрак и выпью с ним вместе кофеек, потому что я решила, что нужно следить за своим рационом, потому что он у меня ужасен. Я весь день ничего не ем, потом я в 4 часа дня завтракаю и наедаюсь перед сном, а так как я решила заниматься спортом, мне нужно еще и начать настраивать свое питание. Вот. Это не очень просто, для меня, по крайней мере, потому что я могу сколько угодно пахать в зале, но для меня соблюдать какой-то режим питания – это просто ад. Так, сейчас я готовлю завтрак для папы с Диной. Я сделаю фруктовый салат, заправлю его сметанкой. Так, чуть-чуть, чтобы красивенько было. Пусть она сейчас соки пустит, и будет лучше. Я знаю, что нельзя вообще банку лазить типа рукой, но я ничего не могу с этим поделать, мне так удобно. Короче, молочки тут, к сожалению, в Азии супер вкусной нет, что меня очень огорчает, потому что я обожаю молочные продукты, и обожаю творог, и обожаю сметану. Ну, это еще относительно нормально, это похоже на наше, но она вот по консистенции как творог, то есть очень жесткая, очень жирная. Вот. Так что сейчас я папе с Диной вынесу такую вкусняшку. А себе... Может, им еще сахарка туда добавить или меда. Не знаю, мед, наверное, им добавлю чуть-чуть. Ну и себе, наверное, тоже что-то похожее приготовлю. Просто сначала семье, а потом себе. Надеюсь, это будет вкусно. Сейчас мы заполняем бортовой журнал. Выглядит это вот так. У нас есть бортовой журнал, который... Я его сам сделал для своей лодки, распечатал. И что мы заполняем? Дата, время, текущая координата, погода. Погоду я смотрю вот так. Вот 1.025. Это высокое давление. Вот мы его сюда записываем. 1.025. Дальше идет значение моточасов. Десалинатор, лог, ну это я обнулил его с момента, как мы вышли, ну и какой-то статус. То есть, в принципе, вот так вот я веду бортовой журнал, и я его стараюсь писать каждый день в 7 утра, но уже 10 проспал. Вот у нас третий день нашего путешествия с утра, и вот мы встретили в море вот такой вот корабль. Он очень долго повторял за нами наши движения. На нем куча народа, какие-то непонятные. И вот он сейчас полностью остановился и стоит. В общем, терпеть я не могу, вот, когда такие ситуации в море возникают, потому что это такая стрёмная фигня, тем более лодка под индонезийским флагом, а там вообще все неспокойно. Короче, надеюсь, что все будет нормально, никаких проблем у нас с этим не будет. Вполне вероятно. Не исключаю вариант пиратства в этих водах. Но хотя здесь возле Андаманских островов А они на таких часто ходят. Не исключаю вариант того, что это все-таки просто рыбаки, потому что Андаманские острова, там милитарная зона, поэтому ничего, я думаю, страшного не будет. Но, тем не менее, общаться ни с кем мне не хотелось бы в море. Вот эта лодка вдалеке, я думаю, ее уже не видно. Вот там вот маленькая точка. Мы от него уже ушли. А вот у нас такая вот погода. Грозовая туча. Мимо нее сейчас мы будем проходить. Надеюсь, нас не зацепит. Ну вот уже жара спала. Уже у нас сейчас 4 часа. Обычно в 4 часа солнце светит достаточно яркое. Но у нас сейчас погода вот такая. Тучи. Вон по вентилятору видно. Дует прямо в морду, поэтому мы, как обычно, идем без парусов. Но когда мы выходили, я знал, что так это и будет. Поэтому сейчас мы вот в такой погоде идем, отдыхаем, пью пивасик. Вот у нас есть книжечки, сижу, читаю. Вот так у нас проходят вечера. Вот так вот выглядит в океане гроза. Туча номер 1, туча номер 2, туча номер 3, а дальше облачка такие, это не грозовые, а вот спереди, я думаю, нас все-таки немножечко подмочит. Дельфины, к нам пожаловали дельфины! Вот они! А как? Нет, не получится. Почему? Сейчас рядом с нами проходит шторм, и в этом шторме есть такая штука, как смерч. Я не знаю, будет ли его видно. Такая тоненькая полосочка, которая идет вниз, а внизу такой большой стакан, который поднимается вверх. Такая вот стрёмная штука, очень мне она не нравится. И вот этот стакан опускается все ниже, ниже и ниже. Там, я думаю, нормально колбасит. Вот они, погода подошла ближе. Вот этот смерч рядом с дождем. И у него уже выгнулось такое колено. Я смотрел в бинокль. Выглядит оно, конечно, страшно, потому что... Да, оно разворачивается. Да, ой-ой-ой. Он разворачивается. Диана, посмотри, он разворачивается. Крутится, крутится, смерч крутится. Ох, какая страшная штука. Интересно, будет что видно через бинокль или нет? Итак, кофе готов, вентилятор готов, Диана спит, готова. Можно пить утренний кофе. Дина, готова? Готова. Не надо мусорить! Да, мы так делаем. Мы злодеи. Мы выбрасываем мусор. Металлический. Вот под таким скромным уголком. Добавить угла? Вчера 802, стало 715. Итого мы прошли 435 морских миль. Идем вот строго курсом, который нам необходим. Наша скорость 5,3, 5,4. Это с волны, свел где-то около 2,5 метров. Вот его видно. Свел здесь традиционный, это же океан. Вот сейчас мы полезем на волну. Я не знаю, видно его на камере, но мы посмотрим. Метров 150 в периоде волны. Вот так вот мы и идем. В яхтинге бывают дни, когда или ночью, после которых вообще опускаются полностью руки, ничего не хочется делать, вообще этот яхтинг уже вот где стоит. А все это связано с тем, что, ну, наверное, там есть некоторые ошибки в выборе погоды, в выборе сезона, потому что мы идем сейчас в межсезонье, сейчас идет сезон тропических штормов. В общем, что у нас ночью происходило? Вот это вот наш трек. 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 Вместо того, чтобы пройти прямо, мы ходим вот такими вот огроменными зигзагами. И ничего с этим сделать нельзя. Потому что сейчас у нас скорость 3,7. И эта скорость очень крутая. Потому что ночью мы шли 0,9. И как ты эти паруса не выставляй, ветер настолько сильно крутится по разным сторонам, что ты просто не можешь ничего сделать. Так вот оставляешь лодку, сворачиваешь паруса и ждешь. А еще сегодня ночью мы зашли под большую грозовую тучу, которая нас как впердолила. И вот до утра вот этот геморрой был. Вот наша лодка вот вся мокрая. Единственное место, где можно спать, это вот под Бимини. Там сейчас Дима спит. Но вообще это не то, каким яхтинг должен быть, это однозначно. Сегодня у нас первая ночь, которую нам получилось нормально поспать. Вот сзади, вот это черная туча, через которую мы только что прошли, но про нее я расскажу чуть попозже. А вот с правой стороны видно, какая была ночь, то есть дуло, ну не знаю, 15-17, мы шли очень быстро, очень ровно. И получалось мне нормально поспать. Спасибо Дине, она мне очень здорово помогла с ночными дежурствами. Но на утро у нас был прикольный будильник. Вот эта вот туча, которую я уже показывал, мы через нее прошли, дуло 30+. Но я знаю уже, мы зарифовались, и в тучу вошли уже практически готовые. Но все равно стаксель пришлось собрать полностью. А потом, из-за того, что у нас гроза, я уже говорил, что у нас этот прибор глючит. Он полностью отключился. А в таких условиях, как сейчас здесь, без индикатора ветра, ну, можно было бы там по парусу, чему угодно, но намного лучше, когда есть прибор. Так вот, Диана перегрузила прибор, все заработало. А теперь расскажу немножко о том, что мы как идем на данный момент. Идем мы со скоростью 2,8. И я считаю, это нифига себе скорость. Ну, то есть не самая, конечно, лучшая, но и далеко не самая худшая за наш переход. Прошли мы уже 594 морских мили. Идем, ну вот тут видно, какими зигзагами адскими мы идем. Осталось нам 571 миля пройти. Половину пути мы уже преодолели. И сегодня у нас 6-й день нашего путешествия. Фух, вот. А еще сегодня получилось сходить в душ. Мы идем под мотором, потому что очень сильное встречное течение. И даже если мы идем под парусами со скоростью 3 узла, даже со скоростью 4 узла, один узел течения забирает у нас 1/4 часть. У нас получается такой угол, мы идем вот такой вот пилой, которая не растянута, вот так, а очень резкая. Мы идем очень много времени, а на самом деле проходим очень мало. Мы проверили, мы проходим 10 миль, а реально эффективного около 5. Так вот, меня это не устраивает. И вот, после того, как мы встретились с несколькими штормами, у нас есть некоторые поломки. Но это мелочи на самом деле, но тем не менее. Вот у нас есть ползунки, которые одна и вторая. Вот они вырваны. Сейчас я их буду менять. С таким парусом тоже можно ходить. Ничего страшного, но если будет сильная трепка, то может вырвать туда дальше. Потом их будет просто надо больше менять. А вот этого вот бы очень не хотелось. Вот такая у нас сейчас погода. Вот так вот нас сейчас болтает. Это мы идем под мотором. Там голубое небо, красивенькое. Встречаются вот такие вот фронта, и под ними задувает сильно. И вот такие вот фронта под ними задувает сильно. Но иногда бывает, идешь, скорость маленькая, там 4 узла, скорость ветра 10, идешь, все нормально, заходишь под тучу, а там 35. Как зашарашит, начинаешь в аварийном режиме собирать паруса. Ну, в общем, не суть. Сейчас будем вставлять новые ползунки. Вот у меня в руках... Упс! Фак. Бывает, не сложилось. А если и сложилось, то не сразу. Итак, что у нас есть? Наборы шестигранников, плоскогубцы и набор ползунков. Вот такие. Это наши ползунки. Здесь есть вот более надежные. Я хочу проверить, влезет ли он в мачту. И вот проверить вот такие вот. Это у меня остались каких-то непонятных разов. Вот этот важно поставить, а вот эти родные. Короче, сейчас какие-то получится. Итак, что мы делаем? Снимаем лейзи-джек. Добираемся до ликпаза. Вот он. Вот это вот надо выкрутить. И потом через вот это отверстие повынимать все вот эти ползунки, чем я сейчас и займусь. Здесь все это происходит как в космосе, потому что любое движение требуется, ты надо одной рукой держаться, другой рукой крутить, третьей рукой держать камеру, четвертой рукой еще думать. Короче, все, вот эту штуку я открутил, вот она вынулась. Теперь вот так вот один за одним я просто вынимаю все ползунки до деформированного. Но перед тем, как их сюда вставить, нужно еще спустить парус. Потому что мы все-таки идем хоть и против ветра, как раз идеально для того, чтобы его скинуть вниз. Делаем мы это вот так. Одеваем эту веревку. Вот это траулер. Надеваем траулер, даем маленькую возможность ходу гика, чтобы он болтался. Все. Закрыли. Одеваем гротофал. Это вот эта вот веревка. Открываем стопор, готовимся его скидывать, выходим, смотрим сюда, вставляем веревку, вот они едут вниз, раз, еще чуть-чуть, все, и вот так его фиксируем. Немножко видео на камере будет болтаться, уж простите. Приходится это все одновременно и держать в руке, и снимать. Вот, идем сюда. Вот деформированные части. Они находятся выше первого рифа. Вот это номер раз. Это вот мы сейчас штуку снимем плоскогубцами, вместо нее вставим такую же, только новую. Вот эта штука снята, она вот так вот открывается, из нее вынимается вот такой вот ползунок. Вместо него вставляется другой, закрепляется. А вот во вторую я вставил вот такую, она чуть-чуть другая, внутри металлическая скоба. Мне кажется, она понадежней. Ну и выглядит она так чуть-чуть, вот эта площадь больше. В этом месте постоянно отрывается, потому что там болтается, видно, какая-то нагрузка. Я хотел это усилить уже давно, но никак руки не доходили. Теперь вставляем. Тут другая конструкция, мы ее просто обжимаем с двух сторон. Вот я его сюда уже вставил, вот защелкнул. А теперь мы берем все эти части и вставляем обратно, смотря внимательно, чтобы они, когда поднимались, ничего не загибалось. Раз. И вот эта часть. Два. Вот. Вот так теперь вставляются все остальные. Потом покажу дальше. Так. Вот это я все вставил. Вот оно, зараза, все у нас так болтается. Передает на лодку адские вибрации, которые просто бесят. Теперь, ну, не суть. Теперь я делаю вот так. И закручиваю. Извините, держу в зубах отвертку. Вот это вот. Вот эта дыра. Поэтому такая речь была. Короче, не суть. Это все мы сюда закручиваем. Все, готово. Проверяем. Все держится нормально. Теперь нужно пойти и поднять парус по первый риф, потому что он у нас стоял на первом рифу. И все, и заодно проверить, все ли работают. Вот у меня такая кнопка, для того, чтобы было ее удобно нажимать ногой. Вот так становишься, так ногой. Ждем, пока задняя шкаторина запрыгнет внутрь. Все, вот они по задней шкаторине все натянулись. Все отлично, работает. Теперь осталось вот оттянуть гиг немножко вниз, чтобы натянуть заднюю шкаторину, но не сильно. Потому что если сильно натянуть, можно повырывать ползунки. Делаем вот так. Снимаем веревку, одеваем веревку траулера. Я это натягиваю отсюда, но вам покажу, как это делается снаружи. Кнопку как нажимать я уже показывал. Вот так, ап. Все, вот они подъехали, задняя натянулась нормально. Все, готово. Теперь из всего, что осталось сделать, это мы просто застегнем Lazy Jack. Но я думаю, что это мы уже показывать не столь принципиально. Все, готово, исправили. Такое в море на самом деле бывает часто, это даже не ремонт, это такая чепуха. Ну вот я его собрал, вот так он выглядит, все закрыто, парус стоит. И главное, ползунки на месте. Кстати, погода у нас стала значительно лучше, хоть мы идем под мотором, и нас еще иногда все-таки колбасит. Но зато уже более-менее. Главное, чтобы не началось опять ничего. Мне так нравится значительно больше. Традиционное занятие для этого времени суток. Несколько раз в день мы узнаем прогноз погоды. У меня как-то выглядит. Есть вот такое радио. Привет. Потом вот есть вот корабль, который называется Нисхомару. Вот этот корабль на горизонте Нисхомару. Итак, что мы делаем? Музыку на паузу. 16 канал. Nis Hamaru, Selenbot Mushu calling, do you read me? Over. Selenbot, this is Nis Hamaru, go ahead. Good afternoon. I would like to ask you about the weather forecast for the following 12 hours. Over. Repeat your message, sir. I would like to ask you, do you have a weather forecast? Over. A weather forecast, sir. Could you please check the weather forecast for next 12 hours? Over. Okay, so. Ждем, сейчас они нам что-то ответят. Но, судя по всему, наверное, представители Индии, судя по разговору. Ну да. Шри-ланкийцы? Ну, шри-ланкийцы все. Короче, сижу, жду, но, по-моему, это Нис Хумара слился. Он понял, что я его спрашиваю, есть ли у него прогноз погоды. Он сказал, да, есть. А, говорю, окей, все. Он понял, что у него прогноз есть, и он доволен. Yes, Nis Hamaru, I'm reading you, over. Nice, next weather forecast, 1030 UTC, sir. Yes, okay, regarding weather forecast, I need the wind and the current direction, over. Wind and the current direction, okay. Moment. Okay, waiting 16. Yes, reading you. Current northwest direction 095 degrees. Then speed 0.9 knots. Then the wind direction also northwest. Then force 6 meters per second. Okay, is it any changes in 12 hours the wind direction? Over. Moment. Так вот, то, как сейчас выглядят грозовые тучи. Это идет дождь. Мы мимо туч прошли. И такое черное снизу. Через вот такое тоже приходится ходить. Это здесь в это время года нормальная ситуация. И вот такими они фронтами проходят. Если нам повезет, они проходят мимо. Если не везет, то мы проходим через них. Только что прошли через очень сильный дождь, который был, ну, не знаю, очень сильный. Там 25 узлов дул ветер. Если к этому не готов, то когда видишь такие тучи, нужно убирать паруса. Вот так вот мы и сделали. Оставили рифованный грот, но это неправильно, не страшно, потому что наш, если что, просто развернет против ветра, и все.